Спустя несколько часов в поезде на станцию в Сыктывкар прибыли Марьяна и Светлана Терентьевы. Для гостей из Печоры культурно-развлекательная программа от именной роты Коми. Скромные и не привыкшие к такому вниманию обычно мама с дочкой в тылу, за кадром. Вот и в этот раз они приехали с подарками для бойцов. Сувениры сделаны Марьяной на 3D-принтере. Но сначала подарки получают сами. Для Марьяны и мамы Светланы заготовлены награды. Удостоверение и медали участнику гуманитарной помощи им вручают прямо у мемориала «Вечная слава». И вручаем тебя. Конечно, поздравляем тебя. Молодец, спасибо. Мы тобой гордимся. Помогать бойцам спецоперации печорские волонтеры начали с самого начала. В торговом центре неравнодушные организовали пункт сбора гуманитарной помощи, куда потянулась и мама Марьяны Светлана. Позже она лично за рулем будет возить в зону спецоперации гуманитарный груз. Из одной из таких поездок она вернулась буквально на днях. А в это время ее дочь дома шьет подушки и полотенца бойцам. Шить девочка научилась сама. Машинку подарила подруга Светланы. Увлечение быстро принесло плоды. Вещи, сшитые юной помощницей, уже пригодились в быту на фронте. Десятки, а может быть уже и сотни воинов идут в бой с оберегом на руке, бережно сплетенными Марьяной. Ко дню рождения девочки бойцы записали ей видеообращение. Мы с тобой не знакомы, но я уже около года таскаю вот этот браслетик со своим позывным, который сделан твоими милыми руками. Огромное спасибо за браслетик. Давно я о нем мечтал, где-то уже полгода, наверное. Браслетики тут, ребята, очень красивые. Я тоже жду. Ты молодец, умничка. Очень хорошие браслеты. Счастья, здоровья. Кроме оберегов с позывными, Марьяна создает на 3D-принтере именные брелоки, коробки ярких акул, чебурашек и других персонажей, которые радуют участников спецоперации. Хотим поблагодарить девочку Марьяшу из города Печора, Республики Коми, которая специально для бойцов 810-й бригады морской пехоты напечатала на 3D-принтере именные брелочки в виде акул. Враг будет разбит, победа будет за нами. Девочка растет настоящим патриотом. Вместо игрушек и тиктока у Марьяны шитье, обереги для бойцов и другая помощь в сборе гуманитарного груза. Мама Марьяны не считает, что они делают что-то сверхъестественное. Говорит, по-другому и быть не могло. Потом и сомнений не было, и других вариантов ведь не было для нас, что мы должны рядом быть, должны поддерживать, должны помогать, потому что чужих там нет. История Марьяны тронула многих. О ней из интернета узнал Константин Гуляев из общественного штаба поддержки именной роты Коми. Марьяна всего лишь закончила второй класс, и тем не менее, так сказать, ее работа, она высоко оценена. Эта история не могла пройти мимо нас. Вот. И у нас, слава богу, все получилось. Совместно с фондом «Защитники Отечества» для Марьяны и ее мамы в Сыктывкаре организовали целый тур. Они побывали на станции Юната, в экопарке, познакомились с оленями и русскими борзыми собаками. А также Марьяна испытала веревочный комплекс в Кировском парке. В награду за отзывчивость и неравнодушие девочки подарили подарок. За твои труды, правильно, хотим подарить тебе такой живой подарок нашего кролика Бахи. Пусть она приносит тебе удачу. Впереди у Терентьевых много планов. Заявки от бойцов поступают постоянно. Светлана вместе со своими единомышленниками в Печоре продолжает собирать гуманитарную помощь, плести сети и делать фруктовые слайсы. А у Марьяны впереди каникулы, которые она планирует провести с пользой, за швейной машиной и плетя брелоки с позывными бойцов. Я призываю всех неравнодушных граждан сегодня не оставаться в стороне. Война тяжелая, затяжная. Сколько она будет длиться, еще никто не знает, поэтому помощь фронту нужна всегда.